Свой 80-летний юбилей 13 марта отметила Валентина Петровна Мигунова. По традиции поздравить юбиляра в этот день пришли и гости из Славянского совета ветеранов. Большой юбилей и большая жизнь Валентины Петровны в нашем следующем сюжете. Чествование ветеранов-юбиляров стало уже доброй традицией в Славянке. Со знаменательным событием, 80-летием, поздравили Валентину Петровну Мигунову. В этот день в гости к юбилярше пришли представители Совета ветеранов и депутат Славянского городского поселения. Гости вручили Валентине Петровне цветы и подарки, а также пожелали крепкого здоровья и счастья. Это чудесная, добрая женщина. Она прожила трудную, но по-своему, можно сказать, счастливую жизнь. Почему? Потому что, наверное, на ее детство, юность прошло самые тяжелые годы. Но несмотря на это, она родила, воспитала детей, поставила на ноги. И сегодня она нас радует своим присутствием. От нее такая энергия идет. Это вот получаешь огромное удовольствие, заряда. Это редко, когда человек сам позитивно настроен, еще и дарит это и другим. Валентина Петровна Мигунова – узник фашизма. Будучи совсем ребенком, в 5-летнем возрасте она попала в концлагерь, но чудом выжила. Несмотря на все трудности, что ей пришлось пройти, она сохранила доброту и любовь к людям. Она воспитала сына и дочь, которые очень любят и ценят свою маму. Мама всегда добрая, ласковая, нежная. Ну, конечно, у мамы характер моей не подарок. Ну, что ж поделаешь, лихие войны прошла, лихие 90-е, на той характер закварился. Сейчас милая, добрая, нежная и единственная. Неутомимая труженица, дачница и оптимистка. Такое знают Валентину Петровну и ее близкие и друзья. О тех страшных событиях, которые пришлось ей повидать в жизни, Валентина Петровна старается не вспоминать. Вот эти страсти, которые были, я бы не хотела и кому-то передавать и рассказывать. Давайте лучше о лучшем строить планы на благополучие, на здоровье и всего, и путешествовать. Все, кто пришел поздравить Валентину Петровну в этот день, желали ей здоровья и бодрости еще на долгие годы. И чтобы каждый день ее окружала большая, любящая и заботливая семья. Виктория Беляева, Александр Бабарин. Новости Славянки.